В данном видео я расскажу, как на примере дистрибутива Ubuntu можно записать образ Windows на флешку. Для этого поможет утилита WOE-USB. Перехожу на GitHub данной утилиты. Открывается консольная версия. Я же буду использовать графическую версию. Для этого перехожу на страницу с префиксом ng. Здесь есть инструкция по установке для разных дистрибутивов. Мне необходимо Ubuntu. Для начала необходимо установить зависимости. Делаю это при помощи следующей команды. После этого следующей командой устанавливаю саму утилиту. Проверяю, все ли установилось корректно. Для этого запускаю утилиту. Ввожу пароль администратора. И утилита успешно запускается. Далее скачиваю образ Windows. Например, скачаю Windows 10. Для этого перехожу на официальный сайт Microsoft. И, к сожалению, на момент записи этого видео, 31 июля, скачать без VPN образ не получится. Если я сейчас нажму «Подтвердить», то выйдет ошибка, что в данный момент не удается выполнить запрос. После этого вставляю флешку при помощи утилиты диски. Удаляю все ненужные разделы. И форматирую флешку в файловую систему FAT. После этого перехожу к утилите для записи. Выбираю образ Windows. И в качестве целевого устройства выбираю флешку. Если же флешка не отображается, нажимаю кнопку Refresh. После этого нажимаю кнопку Install. И после этого утилита спрашивает, согласны ли мы то, что все файлы на флешке будут удалены. И происходит запись Windows на флешку. Образ успешно записался. И для того, чтобы убедиться, то, что все успешно записалось, я загружаю компьютер. Загружаюсь с флешки. И меня встречает окно установки. На этом запись образа на флешку завершена. До встречи в следующих видео.